Главный подарок к своему столетию компания Bentley преподнесла себе точно в годовщину основания бренда. Хотя концепт-кар EXP 100 GT был задуман 15 месяцев назад. Основная идея была не в том, чтобы показать красивый автомобиль. Это мы делаем каждый день. Мы демонстрируем будущий Grand Tourer и будущее Bentley. Эта машина управляемая и автономная, полностью электрическая, но может быть переведена и на топливные ячейки. Автомобиль вышел поистине гигантским. Достаточно сказать, что двухметровые в ширину двери открываются на 3 метра вверх. Однако кузов выполнен из легкого алюминиевого сплава и углеродного волокна. Поэтому купе весит на 300 килограммов меньше, чем весит серийный Continental GT. В отделке используется дерево, стекло, медь, шерстяные ковры и подобный коже текстиль, изготовленный из отходов виноделия. Мы не верим, что будущее люксовых путешествий — это сидение в беспилотных, бездушных белых коробках, которые управляются по сети. Мы видим этот мир таким же цветным и вдохновляющим, как сейчас. И даже больше, потому что цифровые технологии позволяют организовать в машине новые сервисы. Искусственный интеллект с помощью биометрических датчиков следит за самочувствием, температурой, положением тел пассажиров и подстраивает обстановку. Автоматика незаметно регулирует кресло или транслирует в салон цвета и звуки извне. Полные характеристики не раскрыты, хотя бы потому, что система и близко не серийная. Будущие технологии твердотопливных аккумуляторов позволят упаковывать энергию в 5 раз плотнее современных и сделают реальным запас хода в 700 км на одной зарядке.